let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть State of Decay. И пока я тут не был, походу меня обожрали. Посмотрите, вы видите, там пишет, что очень много ресурсов пропало. Я не играл в игру порядка дней 4. Даже больше, наверное, неделю где-то. Так, и что мы делаем? Мартин пропал, сосед. Офигеть. Пока меня тут не было. Что произошло вообще? Какого черта? Так, для начала мы выбираем... Подожди, у нас снова тут инфестейшн, что ли? Мы же их убили всех. Тут опять один скример завелся. Окей, и где-то здесь надо будет сделать... Джозеф пропал. Соседи пропадают, это пипец, короче. Надо будет убить скримеров и открыть чуть-чуть побольше аутпостов. Я думаю, это наша сегодняшняя задача. Ну и кроме всего прочего, нужно маленько вспомнить управление. Так, мы переключаем. Так, Маркус чем-то занят. Почему? Чем интересно он занят? Он, похоже, пошел куда-то. Ну, ладно. Давайте мы возьмем тогда Израиля. Он тоже крутой. Так, теперь меня просили посмотреть окно скиллов. Хорошо. Так, действительно, мы очень давно не качались. Несмотря на то, что у нас, в принципе, позволяет все этим заниматься. Так, ну, первым делом, допустим, кардио, чтобы он бегал побыстрее. Так нет же, я не знаю, что вы мне в комментариях говорили, что здесь можно что-то покупать. Это, похоже, опять советчики, которые ни разу не играли в игру. Я могу посмотреть полученные уже обилки, но я не могу их покупать. Они сами открываются по ходу действия. Я так и понимал, но в комментариях просто вал был, собственно, комментариев на тему того, что «Артур, ты не качаешься». Я качаюсь, как видите, все в порядке. Все окей. По крайней мере, у этого персонажа так. Ладно, погибло. Куча соседей. Блин, сложная игра. Меня скоро тут просто на штыки поднимут свои же за то, что я им не сильно помогаю. Хорошо, у нас влияние вполне неплохо. 159. И что еще мы можем сделать на данный момент? Если мы что-то не можем сделать, то что нам для этого нужно? Допустим, пусть пока ищут кирпичи. Мы заодно сейчас ездим на инфестейшн настройку и получим то, что нам нужно. У нас есть глок. Окей. Так. Сюда нужно аж 40 кирпичей. Отлично. Хорошо. Давайте заниматься стройматериалами и, среди прочего... Кстати говоря, насчет этого ящика, я знаю, что он является своего рода магазином. И когда мы отсюда что-то забираем, влияние падает, потому что это как бы общак, и его нужно беречь. Я знаю, но я все равно называю это складом, потому что, по сути, это склад, и по смысловой нагрузке это тоже склад. Но, тем не менее, спасибо, что в комментариях пишите мне такие полезные советы. Они мне очень помогают запутаться. Так, хорошо. Маркус там чем-то занимается пока. А мы выдвигаемся на инфестейшн. На своей ушатанной комаре. Глока, я думаю, нам хватит. Насколько я помню, спасибо. I'm picking something up. Let me see if I can play it for you. Что-то ловим. Don't trust the не army. Верьте армии. They don't care what happens to us. И плевать, что с нами происходит. Они выпускают нас на улице. Это все их вина, насколько я знаю. То есть они бросили нас на улице. Ладно, дамочка, уже достаточно. Выключи радио. What do you suppose that was about? Please me. Интересно, говорит, это что такое? Я скоро выясню. Хорошо. Так, эта машина будет более ценной в данный момент. Хотя можно было бы на той поехать, почистить маленько. Попинать, пока она еще более-менее живая. Так, хорошо, инфестейшн. Инфестейшн. Теперь в соседнем доме, оказывается. Окей. Блин, какой все-таки в игре, вот когда в нее долго не играешь, успеваешь отвыкнуть. Ужасный тиринг. Это просто кошмар. Здесь целых 2 скримера.
Кстати говоря, надо будет попробовать. Мне в комментариях сказали, что рюкзаки можно сбрасывать с помощью зажимания правого бампера и триггера. Так, спокойно. Тихо, тихо. Так, я считаю, что нужно сваливать. Опасно как-то это все. Персонаж упахаться уже успел. Свали, пожалуйста, с машины, ну! О, нам мать, наконец-то. Подожди, а что это там такое? Офигеть. Кого-то стреляешь, что ли? Это дерьмо. Мы просто пытаемся выжить здесь. Вы не можете нас за это убить. Дядя Сэм с тобой не согласен. Нужно эвакуировать выживших с применением летальной силы, если они против. У меня дети, чувак. Отпусти нас. Но вы же нарушаете карантин. Оккупируете дома людей. Хороший сте родитель. Извините, верно? Нам очень жаль. Мы просто пытаемся выжить. Как и все. У вас 30 секунд, чтобы отсюда убраться. 29, 28, 27, 26. Бегите, блин. Да... Господи. Это просто большая куча дерьма. Мы закончили, сержант. Забирайте людей и давайте эвакуироваться. Хорошо, мам. Почему бы тебе не стать полезным и не присмотреть за этими двумя? Чё-то вы военные вообще берега потеряли, я смотрю. Чё ты хочешь, эу? Да. Так, я все-таки думаю сначала... Нет, сначала мы разберемся, тут выживших можно найти вот в этом доме. И быстрее уже, кстати, надо будет гараж сделать, чтобы можно было машины ремонтировать. Воу, есть кто? Нужно по бырику. Блин, там орда подходит. Hello? Есть кто? Что тебе нужно? Почему бы вам со мной не пойти? У нас есть место. Really? Правда? Господи, спасибо тебе. А я думал, мы тут умрем. Так, привезти их домой. Хорошо, ребят, сейчас только я посмотрю, что у вас тут есть. Мне пригодится любая помощь. Кстати, люди, которые говорят, что при быстром обыске теряется ряд вещей, я знаю, но просто временами обстоятельства такие, что ты вынужден этим заниматься, потому что, скажем, орда подходит. Кукла. Страшненькая кукла, говорящая кукла. Привлекает зомби. Окей, пусть будет. Детская комната, похоже, детишки тут жили. Ребятишки, сегодня ваш счастливый день, я вам скажу. Офигеть, ты посмотри, что тут. Капец, вот за эту игру любишь, это очень круто. Еще одна. Две куклы. Результативно сходили. Так, орда подходит. Я надеюсь, она просто пройдет мимо. А тот товарищ просто будет кушать то, что ему нужно. Будильник. Какой черт у меня. Так, спокойно. Не палимся. Посмотрим, что тут. Тут кого-то в сортире замочили. Капец. Офигеть. Что вы тут делали? Страшные люди, блин. Да пройди ты, блин, как раз орда проходит. Я не могу вставать, мне страшно. Присядь. Вон они идут. Присядь, Христа ради. Заметил, да? Если что, сейчас быстро ломимся к машине.
тихо, тихо, ребята. Пусть проходят. Что-то в этом доме я ничего особо не нашел. Пойдем в ту комнату пока. Может, пожрать что есть. Графику, и вот это главная к ней претензия. Так, снеки хорошо. По-моему, кто-то очень близко. Он зашел в дом. Ребята, прикройте меня. Молодчуги. Так, хорошо. Так, в доме, судя по всему, еще что-то есть, но я не вижу, честно говоря. Потому что ресурсы, пишут, еще присутствуют. Может быть, здесь? Я что-то проглядел. Ну, так, зомби заметил. Понятно. Ребята, я думаю, поможете мне? Разберетесь с ним? Я пока посмотрю, что еще мы тут упустили. Area secure. No Zeds here. Все, зомби нет. Красивая такая гостиная, да? Окна панорамные, блин, я обожаю просто. Особенно в таком тихом городишке. Ну да, возьмем, раз уж сейчас все равно домой едем. Так, ничего не осталось. Пошли, ребят. Так, просто ради эксперимента. Левый бампер. Не могу этого сделать. Хорошо. Отлично. Так, притопим, ребят. Быстрей. В принципе, оптимальная машинка для таких вылазок. Она очень быстрая, очень маленькая, очень верткая. Что-то типа... Так, насчет еды народ очень сильно обрадовался, это хорошо. А когда же мы уже... Когда же мы уже выберемся из этой местности? Что этим солдатам нужно? Из меня дерьмо выбили. Вытащили на улицу. И потом послали этих ребят в химзащите. Брали образцы и говорили насчет векторов инфекции и еще о каком-то дерьме, которое я не понял. Думаю, эта женщина была главной, капитан Монтрессер или что-то в этом духе. И она нас даже не смотрела. Так, ладно, чувствуйте себя как дома. Спасибо, ты не знаешь, что это для нас значит. А вот, можно, смотри, бросить рюкзак. Can't do that right now. Ух ты. Так, понятно, будем знать. А, это можно, смотри. Hey, not bad. Поговорить. Ух ты, блин, мимо меня целый пласт прошел. Over here. Come and get it. Нормально. Так, можно согласиться. That's the kind of shit I'd like to see. Можно отказаться. I don't think I can do that. Понятно. Так, ну пока что все неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. Выживаем как можем. There you go. Don't say I never gave you nothing. Так, и якобы продаем припасы. На самом деле мы их складываем, и от этого у людей повышается самооценка. Видите? Инфлюенс, то есть влияние наше. И это, на мой взгляд, крайне хорошо. А те люди, которые по-прежнему считают, что я что-то продаю, я не продаю, это не магазин. Так, хорошо. Маркус. Давай, Маркус. У Маркуса глава какая-то странная. Так, Маркус, что у тебя есть? У тебя, Маркус, нет ничего. Сейчас мы тебе возьмем какой-нибудь пистолетик и пойдем уже... Надо будет гранат взять, потому что зачистка, я думаю, будет не самой простой. Так, а я могу с собой же кого-то брать? Так, ну мои серны все устали. Я, честно говоря, не знаю, как брать. Это
пока что нигде не объясняется. Так, дробовик и дробь к нему. Там можно было 10 просто взять и все. Хорошо, нормально. Так, что еще нам понадобится? Оружие ближнего боя. Ну, вот это вот в плохом состоянии, но я думаю... We got ourselves into a jam. Sounds like they're in a bad spot. Might want to offer them a hand. I'm sending you the location now. Так, кто-то из наших там. Кто-то из наших пострадал, похоже. Так, это что? Помочь с доставкой. А вот зомби. Так, ну мы поедем к зомби. Или мы поедем сюда? Мы сначала поедем сюда. Или подожди. Нет, это нужно нашим помочь, а потом уже с зомби разберемся. Убежали. А насчет инфестейшена как-то пока руки не доходят. I'll check this out next. Упс. Блин, я сегодня привыкну к местной физике, она просто... ну, кто-нибудь отыграл в L.A. Noire? Она очень похожа, то есть с реальной физикой мало что общего имеет. Странно машина ездит. Ищешь какого-то напряга на повороте, думаешь, сейчас она будет, ее инерция будет выносить, она как мыло по ванной скользит и все. Это что это такое? Простите, нам с вами не по пути. Что-то их многовато становится, нет? Меня это беспокоит, честно говоря. Еще меня беспокоит то, что игра так подгружается, потому что мы давно не играли, и сейчас все по-новому подгружается. Выглядит временами страшновато. Так, где там наш товарищ? И чего у него не так? Классная машинка. Мне нравится. Маленькая такая. И шустрая. Так, спокойно. Здесь абсолютно сломанная машина. Поездочка на природу. Стоять бояться. Все нужно по-быстрому успеть сделать. Блин, опять орда, ты посмотри. Че у вас не так? Тихо, 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 ребята. Че, орда идет? Пара-тройка. Сейчас мы их задавим просто. Давай. Спокойно. Давай. Все хорошо. Да блин, что ж ты. Хорошо. Так, что у вас не так? Братья Уикерсоны явно видали лучшие деньги. Короче, нужно кого-то отвезти домой. Давай, погнали со мной. Пойдем, братья. Хорошо. Отвезти Сэма домой. Отвезешь, говорит, его домой, с меня выпивка. Ну и вообще они нас зауважают, братья Уилкинсона. Какая-никакая сила местная. I could get used to this. Садись, Сэм. Все как в такси ездят на заднем сиденье. Так, куда мы его везем? Сейчас мы в более-менее спокойном месте встанем и осмотримся. Эта машина ломается. Фреймрейт просто адовый какой-то. Спасибо, что вытащил меня. Я думал, что мне конец. Что произошло? Братья Уилкерсон решили, что я маленько крестьянничаю. Я пытался им сказать, что это не так. Но они просто с ума сошли. Ты в порядке? Да я сам виноват, что с ними связался.
couple of cracked ribs is better than starving, I guess. Ну, кроме того, несколько синяков это лучше, чем умереть от голода, я думаю. Микки тебя уработал? Да нет. Он это остановил все. Даже что? Да, меня это тоже очень удивило. Микки это у них самый такой ушлый парняга. Да япона мать, я же... Так, где твой дом? Да я думаю, вот он как раз, да? Ферма, небольшой домик, все как надо. Я вылазь. Well, моя остановка. Спасибо, что присмотрел за мной. Я бы тебя не хотел еще кое о чем спросить, но не говори другим, что со мной произошло, ладно? Они так обо мне волнуются. Где ты? Господи, что с тобой произошло? Да ничего. Я просто упал неудачно. Хорошо, что добрый самаритянин помог мне вернуться сюда. Плохо упал, да? Ладно, заходи в дом и ложись. Давай быстрее. Ну, ради тебя, ну, мы тебе обязаны. Что, рада, что не все хорошие люди исчезли. Так, хорошо. Так, а мы едем на охоту. Машина, я думаю, как раз отслужит свое к тому моменту. Там у людей проблемы вроде были. Хорошее дело сделали. Отлично. Дороги. Ой, машина что-то себя плохо чувствует. Блин, с одной стороны хорошо, что машина не пропадает, но с другой, вернее, не чинится, не респаунится по новому. Но с другой, блин, одни машины сейчас едешь, все раздолбанные стоят. Обидно. Так, мне только что написали, что у армейских, возможно, для меня что-то будет. Ты. Сейчас поедем. Так, есть ощущение, что нужно было повернуть здесь и пешком пойти. Прощай, подвеска. Паркур на машине. Стелс на машине. Стелс не удался. Так, там товарищи вроде зашифровались. Сейчас уже зомби знает обо мне. Так, это ты. Давай быстрей. Давай быстрей, садись в машину. Зомби уже идут. Уходим. Блин, там ящик. Ящик я вам не отдам. Стоять, бояться. В принципе, не так страшно, да? Хорошо, слетел. Ну, как-то так, с остальными, я думаю, так справимся. Ну, давай. Да ты просто неприкасаемый, сказал он мне. Конечно. There's business. Так, ничего не нашли. Печально. Хорошо, куда мы двигаем? Еще дальше, вглубь. Большой ум. Так, как мы туда? Подожди, мы же это уже делали. Мы уже занимались чем-то подобным.
Капец, что это было? Да ладно. Я считаю, что нужно взять машину, потому что машина, по сути, маленькая, и при этом, благодаря местной физике, ездит чуть ли не по отвесным стенам. Поэтому, я думаю, заберемся. Это будет лучше, чем по новой, по этой лесопилке ходить пешком. В предыдущей серии мы уже этим занимались, как помните. Довольно много пришлось тупо бегать. Я попал откуда-то оттуда, но по ощущениям делается это немножко не так вообще-то. Нужно забираться откуда-то вон с той стороны. Хорошо себя машинка ведет на бездорожье. Нормально. Так, окей. Как нам туда попасть? В прошлый раз я как-то неправильно по ощущениям попал. И я думаю, разработчики думали, что игроки будут туда по-другому добираться, но я как-то там срезал. В этот раз хочу найти правильную дорогу. Блин, красивое место. Как-то отсюда, что ли, я не знаю. Или может он туда? Это пещера или что? А, это просто тень. Так, ну я что-то совсем уже не в ту степь забираюсь куда-то, поэтому придется мне, похоже, покручим сейчас переть. Новая локация. Окей, что здесь можно получить? Вот она. Ну, по крайней мере, чоппер не в самом лучшем состоянии. И еда, отлично. I'll run this home. Roger that. We'll be waiting. Хорошо. О, мачете. Так, знаете что? Где-то там дружок Эдди. А, не могу на него переключиться. Еще один миф разрушен. А то зрители говорят, переключись на другого, мол, и им возьми. Нельзя. Так, хорошо. Блин, сейчас, конечно, с этой штукой не очень удобно будет. О, СКС! Офигенно! СКС — это просто... Карабин Симонова. Очень хорошая кучность и неплохая скорострельность. Ты откуда тут взялся? Быстро выдыхаюсь. Так, ну и как мне туда попасть? Видимо, все-таки с той стороны придется. Ну ладно, машина есть, чего ж. Странный там подъем, честное слово, как-то... Ай, ай, ай. О, на мать. Вставай. Не трогай Мартина. Бедная машина. Блин, сломалась. Что-то я не заметил складку местности. Так, хорошо, там у нас пикапчик был. Ну ладно, пойдем на своих двоих, наверное. Постараемся как можно более незаметно. Ух ты! Офигеть! Упс. Это было не очень удачно. А вообще, знаете, давайте на этом закончим, наверное. А в следующей серии пойдем туда, и после этого будем уже направляться в город, по сути, потому что бой с этим здоровяком будет не очень продолжительным, я думаю, но крайне кровопролитным.
По сути, неплохо обживаемся на этом месте, и все хорошо у нас получается. И, насколько я заметил, большую часть мифов я разрушил, которые люди в комментариях там создавали. При этом почерпнул кое-что полезное. Допустим, что можно скидывать, допустим, рюкзак. Это будет крайне неплохо, не дурно. В общем, спасибо за комментарии, спасибо, что подсказываете. Интересно проходить игру вместе с вами. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.